Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 59 на странице 43. Учебника по русскому языку для 4 класса автора Климановой. Разделите слова на слоги. Поставьте ударение в словах. В каком слове ударение ставить не нужно? Морковь. 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 Ударение на второй слог. Радио. Радио. Ударение на первый слог. Позвонишь. Ударение на третий слог. Договор. Договор. Ударение на третий слог. Туфля. Ударение на первый слог. Догнала. Ударение на третий слог. Включит. Ударение на первый слог. Овёс. Ударение на второй слог. Майка. Ударение на первый слог. Юла. Ударение на второй слог. Объехать. Ударение на второй слог. Приняла. Ударение на третий слог. Не нужно ставить ударение в слове овёс, потому что здесь есть буква Ё, а она всегда ударная. Какие слова нельзя разделить для переноса? Нельзя разделить для переноса слово овёс, потому что нельзя одну букву оставлять на строчке, и слово юла. Также нельзя оставлять одну букву Ё на строчке при переносе. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения, пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.